все упрощено. Я вообще не понимаю, где я, что я, потому что я летела сутки, и меня поморозили сейчас на облете, меня повели в специальную комнату, потом декларировали, короче, полный комплект активности на паспортном контроле. Я в Нью-Йорке. Тише очень нравится чемодан с вещами. С моими ему в нем очень комфортно. Вам привет. Я выбралась после моей микроболезни и иду в самом центре на 5-й авеню покупать iPhone. Я бы никогда в жизни не поверила, что это со мной происходит. Во-первых, покупка айфона. Я всю жизнь жила с айфонами, которые покупаются там на 3-4 сезона позже, а тут я покупаю новый, 14-й. Ну, потому что я уже серьезный блогер, извините, можно и позаботиться о своей технике. Короче, я хочу взять себе по-взрослому, для взрослых девочек, 14+. Потому что мне нужен большой экран, чтобы монтировать шорты, потому что вы часто спрашиваете, на что я делаю свои шорты, это на iPhone. На iPhone Pro Max я буду монтировать, я вообще не разбираюсь, но мне сказали, это самый хороший. Я звук записываю на iPhone, я монтирую шорты все на iPhone. И даже частично для моих видео горизонтальных на YouTube я тоже это все снимаю чаще всего на iPhone, на заднюю камеру. Поэтому это вложение в вас, мои дорогие подписчики. Я надеюсь, вы цените нашу связь и любовь. Кстати, не самая очевидная мысль, которую я получила, приехав в Америку, что здесь очень много русских. После Японии это 1000% непривычно. Здесь столько русского языка, сколько я не слышала за весь год в Японии. Самое интересное, что покупка происходит максимально быстро, и я даже не успела крякнуть, честно говоря, потому что мне сказали, какой вы хотите iPhone? Такой. Какой цвет? Какой размер памяти? Хотите страховку? Все, давайте прикладывайте сюда карту. Вот готово. То есть даже не отходя никуда там на кассу, мне сразу принесли телефон на место и сказали, все, это ваш iPhone, до свидания. То есть это заняло буквально 3 минуты. Чего? Я даже не успела вкусить эту покупку. Покупище, я бы сказала. Поэтому нужно сейчас как-то с этим свыкнуться, принять и осознать. Короче, есть много разных акций, которые вы можете выгодно получить тарифный план телефона, интернета на год и плюс получить еще телефон. И все это супер, ну, более-менее дешевле происходит. Но, к сожалению, мне не получилось это сделать, потому что мне нужен телефон и интернет сейчас, а компании, у которых обычно это происходит, сейчас особо нет таких акций, и поэтому я, в принципе, уже распрощалась с этими деньгами и поняла, что ладно, я просто переплачу $100 и возьму себе iPhone и подключу тарифный план. Там была акция на тарифный план 6 месяцев в подарок, вот, ну хотя бы что-то где-то я сэкономила. И первый раз покупать самый дорогущий телефон в моей жизни. У меня дороже были только камеры, объективы, вот эти все приспособления для съемок, но за телефон, за вот эту вот коробочку, такие деньги, это, конечно, это что-то новенькое в моей жизни. Марфуш, ты чё? Ты чё такая страшная? Быстрый сервис. Это неплохо. Это вкусно. Пицца стоила $1 и даже не взяли налог никакой, что удивительно для Америки. Можно взять перец, соус.
чем занимаются все нью-йоркцы. Едят пиццу за доллар, покупают лотерейный билет и пьют кофе. Что делает Катя? Катя ест пиццу и идет покупать лотерейный билет, потому что ей некуда тратить свои деньги. Билеты куплены. Завтра надо проверять где-то там в интернете или на телевизоре. Сейчас приеду домой, буду разбираться. В общем, есть шанс стать миллионером. Это не обман, как ходят легенды. И люди выигрывают, просто шанс выиграть достаточно низкий. Но вдруг я прямо... Ой, какая lucky girl. Ну, сейчас посмотрим. Иду на Times Square. Я учусь в Америке, а учеба здесь действительно довольно-таки дорогая. Но не везде на самом деле так. Есть же места, где можно вообще учиться бесплатно. И не так далеко на другом континенте, как учусь я. Есть что-то и поближе. А что, если я вам скажу, что это одна из самых развитых и благополучных стран Евросоюза? Это ли вообще не сказка? Да, я именно говорю про Германию. Знали ли вы, что туда проще всего переехать в качестве кого? Студента. Статус студента даст вам ВНЖ и право на поиск работы, а впоследствии откроет карьерные перспективы в Германии. И да, там можно учиться на английском. Если вы хотите узнать больше об этой возможности и рассчитать ваши шансы, то советую обратиться к Getaway Consulting. Они вам совсем подскажут, помогут. Я знаю, что там есть какие-то прям супер кайфовые предложения до конца этого года, действительно. Поэтому вся информация будет в описании. У них сейчас можно получить бесплатную консультацию с разбором вашего кейса. Вообще, это очень классная возможность. У меня несколько знакомых уже переехали в Германию, и от них я слышу, что это реально классное место для того, чтобы туда перебраться и что-то там планировать на будущее, работать, жить. Заходите под видео, там будет вся информация, и рекомендую подписаться на их социальные сети с картинками и YouTube, чтобы оставаться на связи и узнавать все самое интересное вот в первую очередь. Все эти предложения, все обновления, поэтому да, остаемся на связи. То я смотрела YouTube с детства, и все гламурные девушки, которые следят за собой, ходят куда? Whole Foods. Я пришла в Whole Foods, возьму еду и сяду в парке. Вот это все тут веган. А вот салатики выглядят очень аппетитно. С картофанчиком, с оливочком. В Whole Foods я ничего не нашла себе, потому что я особо не хочу кушать. Я поняла, что я хочу что-нибудь выпить. Она была бедной. Ну да, потому что там салаты все по $11. Ну, я хотела взять смузи, но смузи все по $9. Это свинство, извините. Ну, просто, ладно. Я не планировала собирать весь джекпот трушного американца, но вот мое кофе. Вот этих вот огней, огромных билбордов. Ну, я немножко вкусила уже в Японии, но сильно. Ой, здесь музыка играет. Oh,
Здорово, я пришла поесть японский рамен в Нью-Йорке, в место, которое я хотела посетить, ну, года три, наверное. Итадакимас, ё-моё, взяла себе танкацу рамен. И это я знаю. Чувак из Осаки. Ой, Шизу. Красиво. Яйцо сырое, иди ко мне. Бёрн чизкейк. Блинчивые. Отстой. Этот рамен – это 6,5 томатных осакских раменов из 10. Он был нормальный, но он был такой супер... Сначала очень вкусно, потом он мега соленый становится. Ближе к низу, так это вообще до свидания. Я даже не смогла его до конца доесть. Вот, лапша нормальная такая. Там еще был кунжутный привкус. Это меня порадовало, конечно же. И еще мне не нравится, что тут сраные чаевые везде. Это что такое? Что за и налоги? Я приехала 5 дней назад, меня это уже затрагивает. Вообще невозможно. Как тут вообще жить? Ох уж эта сковорода. Золото, бриллианты, богатство, черный цвет, все на удачу. Конничуа, Мина-сан. Здорово, я иду в Marshalls для того, чтобы купить там какую-то одежду, потому что у меня достаточно ограниченное сейчас количество, мне не хватает всяких штук типа пиджаков, какой-то мелочи, вот, поэтому надо сегодня все это купить. All built, every class you're taking is built around supporting you and making the films. Такая американская парковка, прям нарядная. And then your last film in the first semester, indoor and outdoor lighting, which in film we call interior and exterior. There's a good chance you're going to want to shoot most of your films outside. Первый день в школе. Меня, конечно, очень понравились эти все пропуски именные с фотографиями. Несколько людей есть, даже русскоговорящих. Один парень из Казахстана и девочка из Украины. И очень прикольно. Много клевых людей. Все такие вдохновленные. Я даже себя чувствую не такой вдохновленный, но я подключусь. Просто мне нужно время. Нам подготовили, короче, всякие активности. Мы поиграли в вот эти музыкальные стулья, побегали, ну, так познакомились, рассказали свои голос на этот, то есть хотя бы первый семестр.
и год, ладно. Потом нас накормили пиццей, и мы там все-таки обменялись инстаграмом, и в целом разъехались домой. Завтра будет еще один соушл, но я решила уже на него не идти, потому что у меня остается довольно мало времени такого свободного, и я его хочу как-то так оптимизировать, потому что уже в следующую субботу я работаю. И в следующую еще субботу я тоже учусь. В общем, весело будет. Интересно. Я в Японии. Как красиво, просто вау. И я такой комфортный и немноголюдный Сакуры, но по сравнению там с Токио я не видела, потому что там просто миллиард людей. И сейчас удалось просто даже спокойно посидеть, почилить, посмотреть на всю эту красоту. Вот она, кстати, отличается. В Японии она вот по каждому цветочку, а тут она прям таким кустищем на каждой ветке. Очень красиво. Самое удобное и непривычное после Японии, что тут, блин, есть мусорки. И что ты поел мандаринку, ты не несешь ее домой. Ты просто несешь ее в ближайшую мусорку через 5 метров. Это что, цивилизация? Несу мусорку. Несу, я несу. Все, ладно, сюда, непривычно просто. Не могу поверить, но сегодня у нас распаковка серебряной кнопки. Я мечтала о сием событии лет с 15, с 13, когда начала смотреть YouTube. И тут вот здрасте. И курьер принес коробку и говорит: поздравляю. Шарит, короче. Распаковываем. Все, я справлюсь. Это не точно. Какая красота. Боже, это что такое? Вау. Спасибо вам, друзья. Вот это все стало реальностью. И дальше больше. Но это просто подтверждение моей работы. И вашего интереса. Все будет у меня тут стоять где-нибудь. И радовать меня каждый день. Буду монтировать видео и думать, какая огромная работа была проделана. Блин, офигенно. Да все. Он растет. Вообще за магия. Вау. Доброе утро. У меня сегодня локейшн скаутинг с моей школьной командой. Нас поделили по группам. У меня в группе сейчас 4-5 человек, смотря сколько приедет. И я приехала в Union Square. У нас 3 локации, которые нужно сегодня посетить. Напоминаю, сегодня воскресенье. Мне прислали мое расписание, как я буду учиться. И буду я учиться в ближайшие 2 недели, 7 дней в неделю. Мои следующие выходные будут через 2 недели, получается, через 3. Найфа, я люблю тебя. Какая жирная белка. А? Белка? А, белка? Как жизнь? Куда пошла? Иди сюда.
Это тетрадь. Это что такое вообще? Кимоно в Нью-Йорке под мостом. Нормально? Только не найдешь в Нью-Йорке. Кимоно под мостом. Короче, проехались по трем локациям. Ноги промокли порядочно, но мы неплохо провели время, потому что познакомились поближе с ребятами. Было интересненько. Вот, и у меня завтра уже начинаются мои лекции. Я, конечно, немножко так это взволнована. Я не могу даже сказать, что это excited, мне немножко стрёмно даже, но я надеюсь, что как-то я смогу с этим справиться. Вот, у меня есть на это целый вечер сегодня, поэтому успею подготовиться морально. Друзья, спасибо вам огромное за просмотр этого ролика. Мы в нем погрузились в мою американскую жизнь. Такой был introduction. Вот, в следующих роликах я уже расскажу про то, как проходит учеба сама в школе более подробно и глубоко. Вот, я напоминаю, что под видео есть ссылка на Get Away Consulting. Кого интересна жизнь в Европе, в частности Германия. Вот там будет вся подробная информация. Остаемся на связи. Увидимся где-то в Америке, в Европе, в Германии, в Японии. Все, остаемся на связи. Пока-пока.